Скоро ульяновские выпускники приступят к сдаче единого государственного экзамена. Испытание стартует в начале июля. Как известно, в условиях пандемии столь массовые мероприятия надо проводить с осторожностью и соблюдением мер безопасности. Наша съемочная группа посетила лицей при УГТУ. Учебное заведение сейчас выглядит непривычно. Разметки на полах, классы укомплектованы партами, стоящими на расстоянии 1,5 метра. Так обустроены все пункты приема экзаменов, расположенные в Ульяновской области. У нас решением Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области определены 43 пункта на базе общеобразовательных организаций и 12 пунктов на дому для деток, которые не смогут прийти в ППЕ. В лицее будут сдавать экзамены ребята из Ленинского района и Лаишевки. В этом году процедура сдачи изменится не только с гигиенической стороны, но и с технической. В прошлые годы экзаменационные бланки привозили в готовом виде. Теперь их будут распечатывать в аудитории. После выполнения экзаменационных работ, сканирование выполненных работ также в аудиториях. Для этого у нас все пункты проведения экзаменов оснащены полностью 100% необходимой техникой. В этом году даты проведения ЕГЭ перенесли. Ранее экзамены проводились в конце мая, в этот раз сроки сдвинулись. Первая сдача состоится 3 июля. Стартовыми предметами будут литература, информатика и география. Основная сессия закончится 25 июля. Дополнительный период пройдет с 3 по 8 августа. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости УлПравда ТВ.